Там мы первое озерцо в Потеряевке стали чистить. Вот приходили сестры, помогали. И сухие сучки набрали, унести с собой надо тележкой. Здесь вот сколько сучков. Вот как. Это вот тоже наша трава с Володей. Мы бы забрали, но машины нет сегодня, Терентия нету. Я заехал, его нету там. И вот здесь сейчас мы прополую сделали, прочистили. Вопня. Вот оно какое здесь озеро-то. Довольно глубокое, почти 2 метра. И вот так. Остались еще завтра придут тут Валентина и Любовь. Иди как. И с той стороны тоже Володя там прошел с пилой. Или этой механической. Вот сколько. Это с 2 деревьев набралось. Кое-что на столбы пойдет, хотя и дерево мягкое. Вот сегодня... У нас 7-е сегодня. 8-е. 8 октября 2019 года. И вот мы тут этот пруд защищаем. Не пруд, а озерцо. И вот сейчас Никита едет на тракторенке. Это уже 3-й рейс. И будут загружать дрова в Бабе Любе. На одинокое. Хорош, 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 хорош. Вот. Так сделайте, чтобы здесь хорошо легли они. И вот здесь, сейчас я покажу. Это вот первый дом в Потеряевке был построен, саманный. Потом батюшка, он сам каменщик. Тут все, где обложены кирпичом, это батюшкина работа. Игорь Третьяков одну помогал там гостиницу саманной. А это Иосиф первый дом строил. Так получилось, что он в другом месте стал строить, а тут перекупили. Вот вечер. Показать сейчас пруд этот, как выглядит. Весной он будет переполненный, вода пойдет. Еще какие-то есть. Вот он пруд. Не пруд, а тут озерцо. 2 американские тут были бульдозеры, большие, мощные. И они сделали. Почти ровное место было тут. А тут небольшая совсем лужа была. Может быть, 3 метра на 3. Я маленький бегал сюда, пеленки стирал. Это вот осина. Осина, как она тут пока оказалась, не знаю. Дальше березки, ветлина. Вот это вот зеленое все, это ветла, 33 ветлы. Вот мы здесь, чтобы проход был ветру, попилили. И там. 3, 4, 5, около, наверное, десятка таких спилили. Наросли за 28 лет. Солнце к закату идет. Вот оно, видать. Раздавал сейчас стихи. Прислали из города Голубева Екатерины в Яновск. Володя велосипед.
Видишь, как вот, что значит община. Она сказала, говорит, мне тут чего не будет. Он говорит, нет, не будет, ничего нету. А сами тайно затеяли, вот у Игоря Токтаренок взяли, его днем не было. Никиту подговорили, а ее где-то дома нет. Она придет, а у нее тут все завалено. Это вот третья. Там у нас четвертая. Можно сделать из одних березок. Мощные березы. Переломила ее ветром. Ну, старая. Смотри, не сунь это в окно. Лучше не добирай. Володя, наблюдай, чтобы там сантиметров 20 до стекла было. Какие мощные здесь деревья. Молодые ребята. Маленький Щурочка там помогал. Наклонить это не дает. Операция была на позвоночнике у меня. Тут уж не обманешь, на лечащем коне далеко не уедешь. Сейчас, Володя, не трожь один. Сейчас поднимите там на середину, положите вдвоем. Больше не надо. Может, она полежит так, пускай. А то опасно. Большую там вон берите. Провода, видите, какие столбы бетонные, железобетонные стоят по всей деревне. Вот. Был бульдозер, насыпали. Ну, больше метра. Высоту тут вся грязь была, не проедешь. И обгородили, чтобы коровы не разрывали рогами. И щебенкой песку насыпали. Глину. Ну что, еще раз приедешь? А что еще? На той стороне береза у нас напилена. Я впереди пойду, а ты за мной поедешь. Один крюк сюда можно. Давай. Ну и там разгрузят вручную, оно не опрокидывается. Вот рядом, видите, как березы, осины, топы. Пойду на ту сторону.